Доброго времени суток вам, уважаемые телезрители. С вами канал Lego Music Wars. Сегодня бы хотел порассуждать на очень интересную тему. Стоит ли раскачиваться или не стоит? Стоит ли сидеть на уровне или не стоит? Как вы можете посмотреть, у нас игроки делятся на два вида. Те, которые развиваются, и те, которые сидят. Для этого они используют несколько очень интересных способов. Ну, не получают опыта, сидят на играх разума, жрут таблетки NXP, сейчас опять в продаже появились. Ну, сидят, раскачиваются. В общем, вопрос остается открытым, стоит ли раскачиваться или не стоит. В свое время, еще в 2014, наверное, году, я тоже сидел на 16 уровне. Но через некоторое время, то есть я понял, что сидеть на уровне без вливания средств просто нереально. Потому что приходится постоянно покупать эти таблетки, а они идут за рубины. Бесплатные рубины, которые я получаю с сайта, не хватает, конечно, для такого серьезного доната. Приходится забрасывать полностью играть. Если вы собрались сидеть на уровне, как делают это большинство игроков, то приготовьтесь, то, что вам придется очень много вкидывать. Иначе просто не получится. Для тех, кто все-таки собирается развиваться, давайте рассмотрим небольшие тактики. Если вы собираетесь идти вверх, вы не развиваете студию. Максимальная студия развивается до 11, до 10 уровня. И остается по 3 уровня. То есть, если вы на 23 уровне закупились, то, соответственно, на 26 уровне только будете заменять определенные вещи. А к 27 желательно сменить уже. То есть, на 3 уровня как раз хватает. То есть, двигается семимильными шагами и идет вперед. Нечего сидеть на одном уровне. К тому же, с каждым уровнем соответствующие предметы в студии дают намного больше силы и навыков, то есть не надо столько выкачивать. Если посмотреть на базовые характеристики многих игроков, то есть самих донатов, они очень низкие. У меня базовые характеристики по 8000 на каждый стоит. У многих до этого даже не доходит, но у меня просто нет выбора, мне приходится их улучшать. Я задал для себя определенную планку на монастыре, то есть у меня стоит планка 30, то есть у меня сейчас немного уменьшилось, потому что сколько-то людей перешло на 26 уровень. На генетике стоит планка 47, то есть выше я не поднимаюсь. И на мехах у меня стоит планка 200. То есть выше я тоже чипы не трачу. Я их спокойно коплю. При переходе с уровня на уровень я поднимаю опять до этой планки и иду вверх. На последнем уровне, на 29, то есть я уже буду раскачиваться и буду смотреть, что мне делать. К тому же на 29 уровне, если раскачать хотя бы студию до 10 уровня, это уже будет очень солидно. И низкие уровни на вас нападать совсем не смогут. Нападать смогут только уровни, то есть выше 27-го, потому что разница в студиях после 26-го уровня колоссальная. Студия начинает давать уже по 3 навыка, а не так, как везде идет по 2. А теперь всем донатам можно отойти от экрана. Обращение к простым игрокам. Всех донатов, которых вы хотели бить, которые сидят на уровне, начиная от 16-го, там, 10-го, не имеет значения, каких уровней. Раскачиваетесь до 29-го уровня, поднимаете студию, и ваши навыки будут круче любого доната, вплоть до 25-го уровня. То есть вы спокойно можете мстить. А пока вносите их к себе в блокнот. Будете атаковать за них, так как они донаты и сидят на уровне, дают очень много влияния. Будете приносить пользу своей команде. Спасибо большое за просмотр. Теперь вам решать, сидеть на уровне или развиваться дальше. Спасибо большое.